Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала, в котором идет игра в настольную цивилизацию. Вау, классно, обалдеть просто. Но если вы не видели первую серию, то все таки рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к этому видеоролику есть. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Полейте за меня. Ну что, значит, стартовая фаза именно начинается. Стартовая фаза, я основаю один город. Кстати, вот мне скинулось до двоечки, потому что у меня две. Обосновываю город. И ты продвигаешься по треку за то, что основал город. А, он же не римлянин, точно. Нет, просто похоже. Так, и я перемещаю, я ж на одну клетку, получается. Да, ты должен выставить его на соседнюю. На соседнюю. А, в смысле, я могу выставить свой сюда? Да, можешь, на любой соседний. Ну, я могу сюда. Так, инвестирую монету третью. Дима инвестировал еще одну монету, теперь у него промышленный комплекс. Плюс 3 производства в каждом городе. Чеченица. Серьезно. Задел, конечно. Так, я теряю еще одну монетку. То есть все, у меня 0 монеток. Все, моя фаза старта закончилась. Приплыл. Мне нечего делать в фазе старта, походу. Так что следующий. Ну, проблем нет. Окей, я меняю, я становлюсь феодалом. Так, а феодализм? А, это рыцарство открыл. А, теперь он у него... чиволри? Он что это? Он что это? Он Тадж-Махал хочет построить? А? Кстати, ты мне подсказал. Блин! Тут тебе производство не кайф, товарищ. Ну, кстати, у него метрополия вообще-то. Может и ну, хватит. Сколько? У него еще плюс 2. Ну, ладно. 15. Так, ты закончил фазу старта, да? На старте я еще ничего не делаю. Все, Вань? Угу. Так, я... так как у меня пирамиды, я могу выбрать любой стиль управления. И я сейчас меняю свой стиль правления на республику. Коммунистический. Почему американец? Республика. Он у тебя же коммунист. Нет, это у меня строитель, он не коммунист, он просто строитель. Он прирожденный коммунист. Он эффект коммунизма применил. Да, во всех. All of your cities. Он как коммунизм, только человек, понимаешь? Коммунист. Человек-коммунист. Все, я закончил. Да, я закончил. Ну, фаза города. Да, фаза торговли. А, так, торговля. Старта я передаю себе. Это. Начисляем себе торговлю. Торговля. Раз, два. Ну, у меня все еще 5. 6, 7, 4, 8. 8 плюс 2, 10. 10 плюс 2, 2. Что это происходит? 3, 2, 2. Обмен какой-то. 3, 2, 2. Соло 3, 2, 2. А, так, да, в фазе торговли я тебе... Дима все-таки вспомнил, что должен отдать ресурс. Потому что я не вру. Не корми дусов ресурсами. Вообще-то эти ресурсы он использует как любые ресурсы. А там как бы три инвестиции. Как тебе такие дела? А ты просто получился вначале с шарны два молотка. Будучи америкосом. Найс! И окей. Я хочу... Кто хочет дать мне две воды, а потом... Я предлагаю за это в следующий раз, когда кому... Шесть воды? Нет, в следующий раз я просто дашь. Шесть, по сути, да. Отолью шесть воды. Две я не могу сейчас, к сожалению. Шесть водички. Мне надо на технологию. Мне открывать надо, у меня все просто мало очень торговли. Так подожди, так тебе достаточно выгодно будет. Ну, в смысле, ты сейчас дропаешь на первой теме? Я ему две, он не шесть? Да, и после... Семь. В принципе, я думаю, даже... Ну, семь, да, смогу дать. Семь, у меня обойдет ГНС, беру четыре... Еще 7, 11. Как раз будет, значит 7, только на 7. Окей. Ну то есть сейчас у тебя 2, в следующем году да. У меня 7. Окей. Сейчас я отдал 2 торговли индусу. Хотя, а как он, на что он будет использовать? Он под технологию какую-то хочет. Нет, тех он не откроет, у него не хватает. Он ровненько на первую теху ему хватает. Теперь. А, на первую? Ну, на первую теху. Вот, а в следующем году мне дадут столько торговли, что я смогу открыть всех второго уровня. Так а почему ты сейчас-то не дашь? Не воспользуешься своим свойством верховой езды? Нет, зачем? Видишь, он мог бы сейчас дать, просто он хитрый. А так смысл мне было бы тогда две просить, расскажи мне. Ладно, в общем, торговля закончена, да? Фаза города. Города, давай, Дима. Так,
Здесь у меня 10 производств, а здесь 8-11. Я построю гавань. И там, две гавани построю. Так, так. И в фазе города я инвестирую свои эти культуру тратить. Продвиньте меня на один трек культуры, дайте карту первого. Продвиньте Диму на трек культуры, ладно. Это грек. И карту. Карту что надо делать? Это животное. Покажи. Да, да, сейчас. А, подожди. Покажи сначала всем игрокам, потом на камеру. Так, вот эта вот карта, это культурная карта. А разве так написано там? Вот так вертикально там написано? Да, 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 вот именно вот так. А, окей. Так, это была фаза города Димина, да? Ну, ты строишь что-нибудь еще? Нет, я не могу. Ну, подожди, ну, что я... ты гавни построил? Я свою фазу города пользуюсь способностью египтян, просто факторию ставлю. Угу. Мне да. не хватает производства, так как я египет, я могу использовать. Да. Так, сюда. Ну, собственно, больше ничего не могу делать. Ань. На этом все. Так, я. Как обычно, Ваня. Как Ваня сказал в самом начале? Вот это в фазе города обезьянка бьет. Пропускай ход. Правильное решение? Да, у него любой ресурс, как любой. Куплю себе, пожалуй, синего друга. Покупаешь себе кавалериста, да? Понятно. Все? Да. У меня фаза города. Вот вопрос, если я сейчас построю здесь рынок, мой великий человек просто вернется на руку, правильно? То есть, как бы я могу здесь построить сейчас. Ты говоришь, он как-то передвигать. На великого человека нужно на старте. Сначала забрать, да? Да. Тогда я еще не могу построить рынок, да? Ну ладно, не страшно. Тогда я построю... А, нет, рынок я как раз могу построить. Потому что это рынок. Надо ли он мне? Нет, он мне не надо. Я лучше построю одну фишечку армии. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ладно, ну, просто фишку армии построим. Вот, давайте здесь. Все, я закончил фазу города. Фаза похода, значит. Блин, зря я его не убрал, надо, конечно, амбар сейчас построить. Так. Окей, я тогда вот этим человечком иду раз, вот сюда, и открываем. Так, здесь у нас две хижины. И еще очень какое-то денежное место у нас. Раз, два. Раз, два. Мой похож, да? Да. Так, ну... Я своего поселенца сюда ставлю, потому что это будет город основывать в фазе старта. И этим иду раз, два. Эту хижину открою. Ну, в принципе, все. Вань, твой поход. Походы. О, битва. Битва? Ваня. Дайте мне, считайте мне три штучки. Ваня не прокачивал ничего? Он просто пошел тоже? Да, да. Ну, Ваня рисковый парень. Ты себе, Ваня, добываешь. Так, ну хорошо, хорошо. Я сюда выкладывайте, пожалуйста. А кто мне потусует? Давай. Чай тебе. 1-1-1, друг. У него нормальная там пачка, раз он такой страшный. Три глаза, говорю. Что дать ты не используешь, вот эти используешь. Ну хорошо, давай, давай. Мы поставим тогда копеечку в два. Так, где у нас тут бой? Вот тут. Копеечки два. Да, вот так, против ладно. Рыцари два. А он что, же рыцарь второго уровня? Нет, у него просто... Да, у него рыцари второго уровня. Он... А, точно, он чиновник прокачал. Да, видите, он... Хорошо, ну рыцари второго уровня мы убьем всадниками 2. Ну, убиваются они, короче говоря. И это тоже убивается. Окей, вот эти вот просто... Собираем.
Копейщики 2. Копейщики 2. Мы их убьем лучниками 2. Ой, как все плохо, Ваня. Просто. Да, Ваня типа босс. Но если у него троечка осталась, он побеждает. Если нет, то не пускай. А, подожди, у него осталось. Но у него могли еще одни копить. Ну, короче, Ваня, давай. Ну, походу, если Ваня... Там двоечка, походу. Он бы так долго не думал уже. Да. Троечка все-таки. Ясно. Два рыцаря. Да, ну Ваня побеждает в бою. Потому что у него на один больше осталось. Это уходит тоже сброс. Так, ну у него уже два юнита убиты, разве? Но... Нет, а у него всего одна армия была. Да. Поэтому... Если бы там было две армии, он бы потерял бы юнита. Тогда бы он потерял именно... Ну вообще просто Ваня, на тоненького. Просто на тоненького. Все, Вань? Еще ходи. Иди сюда. Секундочку, я тут стоял, я просто думаю, куда правильно поставиться. Пропускай ход. Я все-таки буду здесь. У меня еще одна фишка ходит. Все? Так, поехали тогда мы. Это республика, да? Да, мы сейчас будем брать деревни. Деревня-хижина. Дима, да. Ну ты же понимаешь, что я это заберу, да? А что, как ты туда доберешься? Тебе навигация и ходишь на два, да? Ты в этом ходу уже ходил, да? Да. Ну так все, я заберу. Ты не успеешь туда добраться просто. Ну, это будет минус твоя фишечка. Почему? Ну потому что... На следующий ход я тебя гоняю. Что, ты что, на его угрозы поддашься? Да, что-то как-то... Вот я сделал так раз, два, три. Ну и тоже раз, два, три. Тут мы делаем как? Хижину забираешь? Ну да, то есть я как бы вот так делаю. Не, хотя, блин, не, наверное... Сейчас... Ладно, давайте так. Раз, два, три и раз. Все, походу мы закончили. Хорошо, технологии. Изучаем технологии. Я уже выбрал. Я уже теху себе выбрал. Вот возьму вот эту, чтобы все круче у меня было. Давайте, раз, два, три, открываем. Легковая езда. Я все равно на тебя хожу. Да, наконец-то догоним. Ну, будем драться, значит, что. У нас равные силы. Или у тебя какая-то... А, у тебя так, сильнее чуть. Фаза старта, и я, по-моему, первый такой, да? Да, ты передаешь. Что? Передал фишку, значит, я тут основываю город. Я уже скинул. Угу. 6, да, я ставлю? Руковлю. Город 6 я ставлю, так? Да. И все, по-моему. Я на этом завершил свой ход. Слушайте, а в фазе сбора ресурсов я получу и пшеницу, и железо? Нет, потом ресурс, да, собираешь. Еще там старт есть, у нас, да? Феодализм, да, который ты можешь другим городом собирать из других, типа этих. Но это тебе пока ничего не даст. Если город основал. А где? Ваня основал город. И так как у меня стоит здесь и фишка, она сдвигается. По диагонали не можешь сюда? Не, она сдвигается на любую клетку рядом с этим. Да, видим. Так, убирай свое. Это сдохло, да. Все, Ваня? На старте, в принципе, да. Что мы будем Димой сделать, да? У меня, к сожалению, вот тут вот деревня варваров находится, и я не могу расширить свою столицу, чтобы лучше все собирать. Мне надо... Накопить армию, потому что она у меня, мне ее вынесли. Ты можешь расшириться, потом... Не можешь, приходства не было? Если накопить армию, купить потом армию, чтобы напасть на эту деревню, убить эту деревню, то потом расшириться. Раз, два, ты же не доходишь. Все очень плохо. Ну так вообще-то... В следующем ходу я тебя гоняю. Ну это ладно, это фигня уж. Ладно, так, я республику, наверное, сменю, она мне больше не нужна. Так, после этой фазы старта остановим и заново начнем. Хорошо. Так, сменю я на... Давайте, сменю, наверное, на... Сменю, на коммунизм, в общем.
Ой, производство и паре. Ну, надо ничего немножко себе подстроить немножечко. А, прошлом ходе... а, кстати, у меня была агрикультура, поэтому я должен был расширить город. Расширяем мы его на великого человека, вот так. Прошлым ходом возмущался, что мы его коммунистом называли. Обратите внимание. Да, и я сейчас этого человека в этой же второй фазе опять восстанавливаю. Восстанавливаем мы его. А, да, я основываю город. Вот здесь. И этот чувачок двигается сюда. Тебе что, не холодно? Ну да, но все равно. Так, а может мы его туда и поставим? Хотя какая разница, нет, пускай прячется здесь где-нибудь. Вот так. Так, и с фазы старта на этом моя закончена. Так, а с фазы торговли. Индус, с тебя 7. Юзаю. Пшено. Как шел. И куда, шел. Где у нас сброс ресурсов? Так ну, этих ну, отдельно где-нибудь положи, это будет сброс хижин. Хорошо. Будет где-то тут. Значит, он использовал пшеницу как шелк. Угу. То есть ты ему начисляешь 6 и еще скидываешь одну со своей. Угу. То есть сам получаешь 8. У меня будет. Да, то есть сначала собирайте все свои воды. Да, собираем воду. Да, чего мне не предупредили? Я с ним соглашался тогда. Он же мне не дает, он я просто использую свою способность. Да, да. Не, ну это вот как Рита говорила, что типа сам выбирает. Понятно, что ему придется юзать на кого-то. Ну, то есть... Я с ним больше не могу. Все, эмбарго. Эмбарго Индия. Понимаешь, что дело? Он мог отдать эту воду кому-нибудь. Ну тогда... Пожалуйста. Но в таком случае, что он дает ее в любом случае. Хорошо, посмотри, американец воду превращает еще больше. Ну да, американец... Получается, тогда два человека получат бонус, да? А тогда, получается, только не один получит. Ему же хуже, что два человека получат бонус. Так а ты что получишь? Потому что ты, ну как бы, два человека бустятся, а ты нет. Почему я не пущу? Ну потому что ты не получаешь никаких. Не, ну если бы он с кем-то другим это сделал. Не, ну в принципе. Боже, а что ты кто-то другой согласился? Ты что, так, что получается, он никаких минусов не получил. Ну да, да, хорошо, да. А вот меня это не устраивает, что ты не договорился с греком. Так смотри. Он же не договорился с греком. Так вишка в этом, в том, что я должен по-любому кому-то скинуть. Да. В любом случае кому-то должен скинуть. Типа. Только с одной стороны я могу с кем-то договориться. Да, получился слишком крутой для тебя. Ну да, да. Ты, да. Если бы я знал об этом, что ты шел будешь использовать, я бы с тобой не согласился, никто бы не согласился. А не, ну да. Но я знал, что эти 7, которые тебе, это будет от шелка, потому что... Я, кстати, могу еще кому-нибудь воды отлить. Мог бы и сказал. Так, а я, по-моему, это сказал. Сколько ты можешь? Я не слышал. Я думал, он сильно свои отдаст. Я могу, сейчас скажу сколько. Я же сказал тогда, что он может тебе прямо сейчас юзануть ресурс и прямо сейчас тебе отдать. Он говорит, мне типа не надо. Ну, то есть тогда было это известно. 8 воды. Да, на изи. Сейчас, секунду. Зарез просто отливаю на изи. Дима, да хватит его кормить, успокойся. Хочешь тебя? Да не надо мне твоей воды. Ну, тогда ему. Блин, Дима, не корми индуса. Не воруй деревню, ублюдок. Так, блин, я лучше заберу деревню себе, чем ты ее отдашь Ване, понимаешь? За 8 торговли ресурс вот этот вот. Хочешь, я тебе отдам? Да, за 8, изи. Все, отлично. Блин, офигеть. Просто... Все, сливаем? Да, сливаем. Так, то есть... У меня 20. А хотя мне столько не надо, если типа тебе... А сколько тебе надо? Мне нужно... Сейчас скажу. Чтобы до второй техники хватило, мне нужно... Так, здесь 11, мне нужно 17. 5 мне хватит. Ну, давай, ну рез-то отдашь? Ну, не, давай... Не, 8 зарез. Хорошо, 8 зарез, все. Так а зачем? Блин. Обмани его, не дай ему потом ничего, просто и все. Отличный план. Для меня это слишком тяжело. Да нормально. Это цивилизация. Я налью. В следующий раз тоже налью. Он не врет, понимаешь? До сих пор он не врал. Торговлю еще. Что, и он тоже не врал. Еще кто-нибудь что-нибудь делает торговлю? Вроде нет. Значит, фаза города начинается. Фаза города начинается с... С меня. Так, значит, моя фаза города. Ну, я, видимо, в этом продолжаю факторию. Так я... Ты же можешь здесь построить что-то. Так здесь я построю как за молотки. Так а тут ты... у меня молотков нет. Да, молотков нету. Дайте мне факторию опять. Тем более, что я только в пустыне, вот две фактории. Да. Тут я не хочу пшеницу. А здесь я соберу пшеницу. Ну да. Я мастерские еще не открыл просто. Они у тебя уже открыты по строительству. А, да? Да, они у тебя открыты с самого начала. Смотри, нужно ли тебе столько, просто понимаешь, дофига производства хорошо, если у тебя есть инженерное дело. Ты можешь раскидывать на два действия все свое производство. А пока, ну, то есть, может, тебе не имеет смысла, если ты не собираешься в ближайшее время его открывать. Ох, хохушки. Хохушки.
Так, а пшеница дает мне 5 вот производства. Вот такой. Ну, я, наверное, все открою мастерскую, действительно, да, в этом городе. То есть ты здесь можешь бесплатно клепать, ну. А здесь у тебя просто будет огромное производство, когда в прошлом примерно делать, ты будешь очень-очень производство. Я, подожди, я могу везде, наверное, или только одну построить вообще пшеницу? Одну, в смысле, ты можешь... Нет, я во всех городах. Одну постройку за ход. То есть ты здесь построил по египетскому, по египетской способности, а здесь ты строишь за молотки. То есть я здесь не могу бесплатно. Ты можешь там построить бесплатно, но это все равно будет действие считаться. То есть ты больше ничего там не построишь. Но ты в одном из городов можешь потратить это городское действие, чтобы построить здание. Нет, да. Я понял. Смотрите, вот здесь я могу бесплатно строить здание. Да. Ну, типа, все равно, то есть я в каждом городе, у меня, наверное, 3 города, мне во всех 3 городах не хватает производства, но я могу... Нет, только строить. Один раз. Ясно. Ладно. И что у нас, мастерские только на холмах? Только на горах, да. На горах. Ну, ты открыл мастерские, поэтому... Ну, у него же строительство с самого начала. Так, ну все, на этом фаза города у меня завершена. Это ничего не может, ты будешь что-то использовать? Нет. Ничего не могу использовать. Так, мой город, да? Да, давай. Жги. О, я сейчас строю 2 библиотеки. Ого. В культуру пойдет. Ваня рванул. Норма, ты знаешь, что делать с культурными ребятами. Так я сам буду сейчас добрым, мирным и спокойным. Хорошо. Я же добрый. Я очень добрый. Он тоже за Испанию бегает, по всей карте собирает что-то деревья. Ну, так я же добрый, чего вы мне злитесь? Не, ну так я же не зло собираю, я с улыбкой. Ну, воруешь и ресурсы чужие. Ничего не ворую. Я беру то, что... То, что, то, что плохо лежит. Ну, это называется воровать. Нет, это не называется воровать. Это не называется. Не. Это если никто не видел. Если видел, то грабеж. Ну, как бы да. А эти здания апаются при открытии определенной темы, да? Да, третья вроде бы. Ну, там как-то называется, военное дело. Военное дело. Да, факультет не апаются. Просто тупо открываю теку, и... Да, все. Эти здания все переведут. Ваня построился, да? Вот. Так, смотрите, значит, в этом городе у меня 2, плюс 2 от человека, плюс 2 от коммунизма, 6. Я строю там одну амбар, да, не амбар. Амбар стоит 5. И строится только на равнине. У тебя открыто? Да, у меня открытый амбар. Вот здесь я строю амбар. Наверное, здесь тоже построю амбар. Ну, тут мне явно хватает. Просто вопрос. Вот такой, 2 амбара. Ром построился, да? Да. Олечка. Так, в фазе города. Я юзаю 6 торговли, чтобы получить еще одну монетку. Скидываю с 20 до 14. Так, получаю монетку. Демократию здесь тоже. Так. Затем в фазе города я юзаю вот эти штуки. Продвинь меня еще на 1 тракт культуры. Дай мне карточку. Так. Окей. Сейчас не пишет этот? Ну, не пишет. Ну, я просто карту, если буду показать. Давай. Карту получил? Показываю. Вот, так, Дима уже на второй продвинулся, да, пока? Серьезный. Так. Теперь я могу строить. А что тут за чудеса вообще? Висячие сады. Да, я забыл. В свою фазу города я трачу 2 ресурса, чтобы продвинуться, чтобы получить монету на гончарное дело. Вот, 2 ресурса ушли. Не смотреть, просто кладем. Ваня игры, Ваня посмотрел. Это свойство гончарного дела, если что. Можно потратить 2 любых ресурса, чтобы получить 1 монету и максимум 4. Я, короче, строю висячие сады. А Дима, а ты открыл что-то? Нет. Тебе хватает? Хватает. Он использовал карточку, чтобы увеличить на 4 свое производство. Значит так, я увеличиваю здесь, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 производства с помощью карты. И висячие сады, дай мне и эту штучку, и поищи. И эту штучку, да, и поищи. Все, ему дай и поищи. Так, отличненько. Следующее чудо – замок Химедис. Так, замок Химеди? Уходит. Это хорошая тема. Спрос на кого-нибудь спросите просто. Ваня, положи там. Да, спрос. Так, это я в этом городе. В этом городе я строю еще одну гавань. Мне там, естественно, хватает. Сейчас все гавани скупят вообще безумие какое-то.
Так, фаза города моя. Это сделал. А, ну я думал, про производство. Все, я закончил. Так, Дима закончил с фазы города, это означает, что у нас начинается по фазе. Фаза походов. Да. Так, ну я, во-первых, это смотрю. Там есть. Так, я, знаете, мне тут достался значок, который я не знаю, что значит. Это исправил. Это технология первого уровня. А ты сможешь... Бесплатно могу тебе... Да, но только в стартовой фазе. Да, в стартовой фазе. Нет. Или сразу. Нет, в стартовой фазе. В стартовой фазе. Так, значит, сюда это... Ты на сколько у нас ходишь? 4. 4 уже. Ну ты смотри, то что это... Нет, ты уже этим походил. Ты зашел в деревню, ты останавливаешься. Ну я не дохожу, не бойся. Я на себя сейчас идти не буду, не беспокойся. А, так все, у меня больше нечем ходить. Да, к сожалению. Меня все убили. Ваня, ходи. Ваня, твои фазы похода. Так, у тебя, да, у него открыто. Он же уже столько торговал с вами. Не, просто раз, два. Все, Ваня? Да, Ваня, походу закончился. Так, вот так и забираем все-таки это деревья. Так, а слушайте, а если я возьму сейчас бесплатно вот это... Так, а это, по-моему, насколько я знаю, что я сразу должен... Да, ты сразу должен получить либо армию вместе, где ты взял, либо ее. Я обязан прямо расширяться. Да, обязан. Либо ее. Возьми лучше какую-нибудь... Ваня, покажи эту штуку, что ты там взял. Какую-нибудь армию. Вот, я подарочную взял. Там работает она сейчас? Нет. Вот он получил в деревне юнита, и сейчас это показывает. В общем, этот юнит... Теперь ты можешь выбрать, либо в том месте, где ты его взял, получить юнита, либо... Армию, хорошо, беру. Армию, да. Вот. Я беру себе... И Ваня берет себе армию. Еще одного рыцаря, ясно. Еще что-нибудь делаешь, Вань? А, ну ты все, походил. Uh-huh. Так, я вот этим вот скаутом еще открываю вот эту вот локацию. Так, здесь у меня деревня и хижина еще. Дайте, пожалуйста. Хижину и одну деревню. Отлично. И им иду захватываю вот эту деревню. А, хижину точнее. Так. А вот этим чуваком я куда-то сейчас пойду. Я просто еще не решил, куда именно. Наверное, все-таки сюда. Раз, два, три. Ты походил, да? Да. Этим минутом я иду, забираю вот это. И тебе я это доливаю. То, что я взял сейчас. Раз, два, три, четыре. Ну, забирай вот эту деревню, вообще на минуту будет. Это я заберу эту деревню. Ну, хорошо. Да. Это будет достаточно обмен? Все, я беру эту, а ты эту. И все. Так, фаза походов у меня. Все. Ну, в смысле, Дима, ты ок с этим, да? Что мы тогда мирно живем и нормально обменяемся. Ну да, то есть. Все, сейчас пока не тайно. Но я думаю, это пока. Так, я так понимаю, что сейчас мы открываем техи, которые именно открытие, да? Да, вот именно. То есть я в фазе старта. Да. Сейчас у нас начинается фаза научных исследований, и мы тратим нашу торговлю. Я выбрал. Ваня только... Так, время вот понятно. Не спеша. Открываем? Да. Орошение. Тоже орошение. Я получаю... Три культуры получаешь, да. Так, скидываем все это. Так, у меня скидывается до единички. У меня, кстати, двоечка была, потому что у меня была монетка, до двойки скидывали. Так, у меня единичка. Я открыл орошение, что позволяет мне третий город. Правда, пока непонятно где, но дело в том, что я фиг знает, когда я опять смогу вторую тепло открыть. А вот Глеб уже довел своего поселения, явно будет там вот ставить. Судя по всему, он решил все гавани забрать. Да. Нет, фаза старта сейчас. Да нет, из-за торговли, торговой реки. Так, фаза старта, ну, Ваня передает, и Ваня начинает. Фаза старта твоя. Что ты делаешь? На старте нет. Ничего не делаешь, да? Комоды. Сейчас, подожди. Так, я фазу старта перемещаю своего человека великого вот сюда. Основываю город, хочу. Потому что я открыл орошение. Вот здесь. И что я еще делаю? Я инвестирую монетку, которую я заработал. Дайте мне вот такую. Вот такую. И я ее инвестирую. Инвестируем, да? А, кстати, мы по какому правилу инвестиций играем с артами? Вань, слышишь? По патчу? Да, по патчу. То есть это будет 1, 2, 4. Первая тебе дает только плюс одну карточку на руку.
вторая дает минус одну по культуре и еще одну карточку на руку, и третья, и четвертая дает тоже еще одну карточку и еще минус один. Ладно, ну я буду инвестировать в военный комплекс. А то какие-то злые все в округе. Ворочки злые. Я же всего лишь ворую. Я же вам ничего плохого не делаю. Димон, а может у тебя будет просто для души две штучки, две штучки? Вот это, так что фаза торговли? Нет, сейчас же фаза старта вообще. Я ее перенесу к слову. У меня пирамиды, я могу что угодно. Две для души. И коммунизм. Подкинешь? Подожди, сейчас я сначала посчитаю. Конечно, за демократию нужно ворвать. Фаза старта я строю город, строю здесь юнита. Это по свойству великих садов фаза старта. Так, инвестирую в военный комплекс. Вот я знал, что это вот начнется сейчас. Вот это вот всякое грязище. Значит, у меня группа себя. Да, у меня водичка тоже. Так, фаза старта моя закончена. Так, ну я вот эту фигню использую, беру тех у меня первого уровня. Это у нас будет 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я беру 15, 16, 17, 18. Две воды. Обработку железа. Получается, опять вот я не смогу бараки строить. А бараки строятся в любом месте? А сколько? 17? Бараки в любом месте? Да, бараки строятся. Но, опять же, вы неправильно играете, бараки только одну можно оставить. Да. В одном городе одну иметь. Нет. У Ромы точно было тоже бараков. У Ромы было бараки и великий человек. У меня точно так же были бараки и великий человек в стойке. У нас не было по двое бараков. Мы это точно. Даже у Ромы не было в прошлой игре по двое бараков на один город. Не было. Нас ну так что посчитаем? Теперь, когда я использую железо, я могу использовать железо для того, чтобы добавить 3 силы к атаке какого-нибудь юнита. Ну, все, видимо, фаза старта на этом завершена. Могу. Все, потом за следующий шелк на тебя, да. Ну что, сейчас у нас фаза старта закончилась, да? Теперь торговля. Да, торговлю начисляем. Так, считаем. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 18. Кстати, у меня тоже есть твои езда. Я даю тебе 2. Угу. Так, ты вернул ему торговлю, да? А ты себе начислил? Да. Ну что, тогда фаза города. Начинай, Ваня. Свой город. Две библиотеки. Ваня, короче, по культуре пошел, смотрите. А там замок... Что? А кто он у нас? Индус? Битва, да? Я веселый индус. Вань, давай. Я, короче, тоже все монету положу. Ты тратишь 2 ресурса, да. Чтобы положить монету, ясно. Пошли ресурсы в расход. Причем, видите, красный сохранил, там уран лежит, наверное. Надо, короче, мочить Ваню, забирать его уран. Да, там самый лучший уран. Ты фаз города закончил, да? Я тоже трачу 2 ресурса и еще одну монетку получаю. Дайте монетку. Маленькую? Да, маленькую. Это у меня... Монетка за гончарное дело. Так вот. А потом в этом городе я строю рынок. У меня хватает. Рынок стоит 7. Здесь у меня 3 плюс 2 плюс 2. 7. И в этом городе рынок. Дайте 2 рынка. Дайте сразу 2 рынка и 1 амбар. Где тут? Вот рынки. Амбарго. Ну, то есть в столице, понятно, тоже хватает. А в этом городе я строю амбар. Мне тоже здесь хватает. Где нам все хватает? Какая красота. Здесь. Дима. Я строю 3 гавани. Значит, здесь у меня производство 4, по инвестициям у меня 7. Гавани ровно 7 стоит. Гавань. Кому-то жопа. А, еще в фазе города я юзаю торговлю, получаю великого человека уже. Не торговлю, извиняюсь, культуру. Культуру использую. Передвинь меня там. А это в фазе города? Да, фазе города. Культура тратится в фазе города. Так, еще. Each time the Greeks gain a great person, they draw one extra. Короче, все 2 давай, да? Да? 2 сверху просто? Или как? Ну, давай 2 сверху. Прям 2 человека? Ну, это у меня поэтому. Походу, плюс 4. Ты генерал, что ли?
Так, и, ну, дровни мне какую-нибудь карту из генералов. Понятно, понятно. Милитарий комплекс, генерал, понятно. Ребят, я понимаю, ну, вы понимаете, кто теперь мировое зло, да? Как бы, я думаю, уже не надо пальцем показывать. Вот это вот рядом с ним самый близкий, давайте. Да, но так только у него генерал, и сейчас будет еще инвестиция в войну. Как ну, бы. В смысле, сейчас. Ну, скоро сейчас будет. Ну, вот я сейчас инвестируюсь в войну, я только выровняюсь с ним, понимаете? В этом городе я Стоунхендж строю, тут у меня десяточка есть. Я на фазе старта. Считать тут уже, да? Да. 6, тут даже 11. Дайте мне Стоунхендж, пожалуйста. Строишь Стоунхендж? Да. На пшенице. Не, по-моему, великого хрена, как только получил, можно выкладывать, насколько я помню, по правилам. Это менять его можно и на руку брать на старт. Стоунхендж, да. Это в этом городе. А в этом... Лувр следующее древо. Придется Лувр? Барак. А дайте мне карту Лувр. А ты открыл бараки? Да. О, понятно, так, бараки пошли. Ну надо так-то защищаться. Ну да, справедливо, от Димы надо защищаться. Вот только у меня вопрос, куда мне его поставить, чтобы мне было посоветовать. Так, Рома, ты что тут брать собираешься? Пшеницу не хочется закрывать? Я вообще пойду забирать, нет, не надо. Надо забирать? Да. Окей. К сожалению. Ну да. Блин, думаю, что-то будет насаживать. Что он будет насаживать? Ну так, тогда, ну, надо с ним что-то делать. Все, я закончил. Ну, наверное, попробовать что-то культурное взять. Ну так ты же у нас культурный, попробуй. Ну я говорю, возьми. Я же говорю. Надо так, Леша закончил фазу. Да, давай, Вань, похаживай. Раз. Открой. Открываем. Последний неизвестный тайл. Так, здесь у нас только чудо какое-то природное. Да, деревня. Ой, я ее как раз, кстати, забираю. Так, а вот это, кстати, это что здесь? Это деревня сброшенная лежит. Скорее всего, всех. Да. Так, сюда вот. Ну, я построил в столице. Ага, ну это сразу да. Плюс две силы и две торговли, плюс две силы во время битвы. А в городе, в старом городе построил Стоунхендж, который на фазе старта дает мне одну культуру. Деревню поставьте еще. Культура понадобится для прохождения по треку культуры. Пока там только у нас Дима вперед вырвался, все остальные стоят на месте. А сколько стоит пройти три культуры, да? Да, три культуры. Пока. Так, Ваня напал, короче, на варваров. Чего ты на варваров не нападаешь? Ну ладно, давай, лучники один. Где у нас тут свободная локация? Вот так, против Вани лучники один. Ну, так, ты имеешь в виду, что подраться. У меня просто здесь не было в моих именах. Это кавалер, это рыцари 3, да? Убивают лучников 1. Так, а куда? Кто ты еще ответил? Дима, Дима, сбрось там это. Так, копейщики 3 убивают рыцари 3. Найс. Тоже. Сдох. Писать или просто вниз? Лучники 3 убивают... Угу. Сдох. Ну и рыцари 2, не знаю, неважно, пускай на лучников, например. Все равно они умирают. Я добиваю. Ну так нет, ну лучники выживают, в смысле все выживают. А кто у тебя там еще за карту? Еще один. Ой-ой-ой. Две троечки там еще. Серьезно, серьезно. Великий хер. Так, ты получил великого человека? Да. Его. Ты его сразу открываешь и берешь? Да. Цени великого человека. Ваня, тех ударить, только в фанистах, а он сразу. Ну, плюс 4. Блин, офигеть. Нормально, Миша, нормально. Миша, Миша. Сходил в деревню, получил великого человека, генерала. Нормально. Плюс 4 силы. Ну, ты его сейчас тоже выставляешь. Да, выставляешь. Топи его в море. Я, походу, так и сделаю. Так нельзя в море. Здесь пишет. В море только гавани, да? Да. Так, и кто-то мне должен... И карточку великого человека вытянуть. Ну-ка, царь Леонид, давай, давай, давай. Леня. Леню, может, уже вытянули. А он должен был сказать, кстати, нам, что нет, у него. Нет, не должен был. Это его карта. Почему он должен сказать? Потому что, типа, смотри. Ну, опять, как мне Санзу. Нет, так он говорит, какого типа, а что за сам великий человек? Зачем? Нет, потому что, смотри, типа, вот, условно говоря, великий хер один дает, например, ходить тебе на один больше. И как ты будешь ходить на один больше, не сказав пацанам, что мой... Нет, так это если он такой. А если это человек, который... Один раз дискарднуть, какое-то особое свойство. Зачем? Ну, я где-то просто читал в каких-то там, типа, игроведах. Не, ну окей. Что мы все говорим. Давайте, я могу потратить 3 батл. Battle. You may discard the start for battle to kill all units in your battle force. They cannot be saved and build an equal number of unlocked units. А, ну ясно. Перенабрать. Понятно. Просто положи. Подожди, off un... Он, смотри, убивает... Off unlocked units? В общем, самолеты? Да, unlocked. Да. Unlocked, все правильно. В общем, как работает эта карта? Он может перед началом битвы убить сколько угодно юнитов, которые у него есть, и набрать новые, которые у него открыты.
То есть это типа модернизировать армию очень быстро. Если за одну. А у меня мой генерал дает мне возможность один раз за битву потратить 3 торговли, чтобы пропустить свой ход. Это... Блин, жестко. Тоже неплохо. Это жестко. Ну, кто там следующий? Рома, ты ходишь. Мои походы, да? О, мои походы. Раз, два. Понятно? Ну, вот эту вот не будешь забирать? А у меня нету мореходства. Даже если пил. А, ну я стану, ты не пройдешь. Так и можешь исследовать. Я хочу передать привет маме. Ты смотри, я что-то до тебя натяну. Давай, передавай, пока есть шанс. Я что за действие начал? Я выиграю. Блин, Дима, может мне все-таки взять эту деревеньку, а? Бери. Какую? Ну вот эту, он успел взять. Зелененькую? Ты мне дашь ресурс. В смысле, я отдам тебе? Ну ты можешь отдать один из своих ресурсов. Давай я отдам тебе один из своих ресурсов. Что ты с ним общаешься? Просто забирай. Давай я... Просто если он просто берет деревню... Дима, я тебе отдам один из своих ресурсов, окей? Давай на выбор мой. Ай, ну зачем? Мне это не надо. Все, залей. Я не пойду туда просто. Ну, хорошо. Так, мы останемся тут и будем... Просто доминируешь? Ну, давайте раз, два, три. Вот так вот. Говорит, хочу и доминирую. Так нет, он мало того, что сформал с моей клетки. Ладно, я забираю тебе красить. Все, я закончил ходить. Рома закончил, да? Значит, я делаю... Раз, два, три. Четыре. У меня морекостов я могу оставаться на клетках. Вот. Ладно, иду валить деревню. Набирай карты. У меня всего 3. Ей. 5. Так, битва. Битва я за варвар. Варвары всегда первого уровня. Сейчас вам покажу варварские карты, которые мне достались. А у тебя что-нибудь прокачано, кстати? Да, у меня пехота второго левела. Пехота второго левела. Так, вот. А, вот как он фокусируется, все, я понял. То мы слишком близко вставали. Да. Я просто буду нажимать пальчиком. А, да, самое так, у тебя пехота второго левела, да? Видимо, это очень хорошие карты. Не, нормальные карты. Понятно. Ну давай, лучники 2. Лучники 2. Всадники 3. 2 лучников, 2 без потерь. Нечто грустненькое. Не на корову играем. Всадники 3. Не, ну надо подумать. Хочется же тебе убить что-то. Ну да. Лучше всего все убить у тебя. Ну все не получится никак. У него прокачанные пехотинцы. Ну, видишь, прокачанные пехотинцы могут быть только 2, да? Но они против всадника. Ну, могут быть. Могут быть 3, 2, 3, 4. Да. Пикинеры прокачанные. Да. Какие-то чудеса есть интересные. Костящики 2. Да. Ну, они не просто замок из Эмбервот. Пикинёры 3. Всадники 2 тоже не против пикинёров. Ну, ясно. Ну, я просто... Так, против пехоты убиваю. Ух ты, интересно. Так, все, я закончил. Я победил. Ну, у него, конечно, сильная, слушай, у него сильная рука. Вы царели его руку-то вообще, что он сейчас... У меня 2-3-3. Да? Просто если вы пропустили. Я забираю вас. Серьезно. Серьезно, серьезно. Это сразу вот дискардится, да? На 6 культуры Дима получил. А так, а Дима еще по культуре прет. Уже великого человека имеет еще 6 культур насобирал. Чёртовы греки. Да, уходит. Так, и топчем вот сюда. Раз, два, три. Еще раз. Да. Еще одна битва. Ей. Подеремся. 2-3-3 у тебя, да? Да. Я могу набирать? Да. Да. У тебя все еще 3 карты осталось? Да, ты нет, никого не убил. У меня пока все очень хорошо. Так, а ты еще 5-1. Я еще 5-1. Так, мы против кавалерии, да? Кавалерия 3. Всадники 3. Всадники 2. Ну, пикинеры 3.
Ну, не знаю, тут невозможно ему убить, если тебе придут. Ну, у тебя просто мощная юнита. Да. Ну, я бы со своего просто шотаться. То есть, ну, тебе не важно сохранять свои... Так, а я не могу тебе ничего все равно убить. Так нет, смотри, ты кавалеристами... А, там лучники... Ты последним ходишь, понимаешь? Ну, да. У меня, вот у меня лучники и всадники два. То есть, я бы мог одного твоего юнита... Ну, да, если ты будешь всадники. Но ты последним походишь. Ну, да, да, да. То есть, я не... Ну, просто у меня, армия такая, которую я могу вот так вот сейвить. Сейву отыгрывать. Ну это варвары, так-то если ты снова человек, то тебе хана, то полностью. Нормально. Ты будешь страдать. Ты понимаешь, что у меня армия 2-3-3, еще генерал. Ты будешь 4. Страдать, ты будешь плакать, ты будешь говорить, опять Рома выигрывает, давайте все против него. Я и так, типа, тут пока все в порядке с Ромой. Я и так надо было заснять. Так, и в принципе с походами у меня все. Так, я теперь хожу, да? Да. Ну, у меня тут не особо выбор. Дима, ты же ни одного юнита не потерял? Нет. У него 2-3-3. Серьезно? Вот мне, ну, хотя, если бы пришла, если одна карта на троечку, да, пришла бы, еще не было бы, у меня не было ни одной троечки. Было первый раз 2-2-2, потом 1-2-2. Mm-hmm. Никак невозможно. Так, я на что выхожу, там, на 3, что ли? Будет, на 3. Раз, 2-3, тогда вот так, походу. Что-то у вас там какая-то опасная зона такая. Ну я не думаю, что они на меня нападают. Конфронтация. Им кофе, им на меня нападать нету смысла, они ничего не получат. Не, ну просто так. Ну если нет смысла, монету он получит и заберет у тебя ресурс. А может у тебя украсть ресурс, может у тебя забрать торговлю. Торговлю может забрать, да. Подождите, а у кого там, так Крита же играл, потому что за Египет, вы говорите, что на нее не прикольно нападать. Стены. У нее великая стена была, этот, и у тебя нет сейчас великой стены. Ну, исследование. Исследование. Ну я уже готов. Я не буду в этот раз открывать, я сохраню. А, тригу? Не, в смысле он не будет. Нет, я сохраню на вторую тех. 1, 2, 3, давайте. Раз, два, три. Паровой двигатель. Ого-го-го-го. Печатная присуха. Серьезно, у меня инженерное дело. Серьезно. Так, все мои амбары апаются в акведуке. Тыц. Плюс. Да, у него сейчас будет мало того. Тыц. Тыц. Короче, надо Ваню немножко жать уже. Жамкать Ваню? В аппарате, когда будет? Не надо меня жамкать. В третьей техе? Да, в третьей техе, там как-то сейчас скажу точно какая. Военная наука. Ну что ж, на этом пока все. Буду стараться монтировать следующую серию как можно быстрее, но, как вы понимаете, вдохновение зависит от ваших отзывов, комментариев и лайков, потому что действительно с этой игрой работы очень-очень много. Тем не менее, играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.